Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Куманева. Мое сценическое имя Эльмира. Мне 33 года. Я участвую в номинации «Мисс Белиша 26-35. Профессионал». Представляю город Санкт-Петербург. По образованию я педагог. В настоящее время работаю в сфере фитнеса. Преподаю восточные танцы в сети клубов «Фитнес-хаус». Главное место в моей жизни на данный момент занимаю танцы. Мое увлечение Востоком началось примерно 10 лет назад. Значительный период времени занималась в школе танцев Минат Назара. На данный момент развиваюсь в танцевальной сфере самостоятельно, посещаю различные мастер-классы и обучение. У меня есть благодарные ученицы, которые занимают различные призовые места в танцевальных конкурсах. Моя мечта – открыть студию, наполненную атмосферой Востока, в которой можно будет не только танцевать, но также изучать арабский язык, кухню национальную и костюм. Желаю всем счастья и исполнения мечты. Пока!